Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека. Добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня мы будем продолжать нашу рубрику, где мы будем превращаться в различные блоки и также прятаться друг от друга. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки. Только благодаря вашим лайкам выходит эта серия. Да, ребята, вы знаете, что делать, конечно же, влепить лайкусик и на мой видосик, и на видос Жеки. Набираем 15 тысяч лайков, и сразу же выходит следующая серия. Да? Я с тобой согласен. Согласен. Я тоже. Ну что, я уже, в принципе, готов тебя искать, потому что в предыдущей серии я прятался первый. А, да, ты прятался, да, ты прятался, да, 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 все верно, поэтому в этой серии я буду, да, прятаться. Или нет? Да, мы опять построили по три карты друг для друга, и давай ты, наверное, вначале спрячешься на моей карте, да? А, в принципе, я предлагаю не тянуть и сразу пойти на твою карту, вот эту синенькую, вот эту шерстяную, голубенькую, хорошо? Подожди, не иди, две секунды, таймер, у тебя есть как бы 30 секунд, чтобы придумать, где спрятаться. И погнали! Так, я уже упал куда-то сразу. Это... Да, только ты упал. Короче, смотри, это карта типа скайблока. Типа, вот, там, типа скайблока. Там, да, там в сундуке есть вещи, которые ты можешь, ну, которые ты можешь прятаться, так сказать. Ага, вот. Понятно. Я, если честно, опять нифига не запоминал, что я строю, поэтому надо в следующий раз запоминать. Да, в следующий раз, в принципе, надо запоминать, я тоже так думаю. Так, у тебя осталось уже 9. Да ничего не осталось. 7, подожди. 4. Жека, я ничего не запомнил. Куда ставить? Что ставить? 1. Ну у тебя сейчас еще время будет. Так, все, у меня есть 15 секунд, чтобы все быстренько тут запомнить. Хорошо. Мне кажется, 15 секунд это как-то маловато. Думаешь, это очень даже мало. Мне тоже так кажется, потому что я тебя уже сейчас убивать буду, Жека. В смысле? Я ничего не знаю. Опа! И я реально нифига не запомнил, ну, Эдисон. Мне кажется, нужно больше, чем 15 секунд давать. Ты уже поставил, да. Хорошо. Но я ничего не запомнил, поэтому буду методом тыка, как всегда, действовать. Методом тыка. Хорошо. Методом тыка. Так, подожди, давай я хочу вспомнить, что я тут могу ставить. Я могу ставить коблстоун, точнее, я могу тебя сломать. Песочек и траву. То есть это скайблок, да, получается? Ну, типа того, да, типа того. Да, скайварс. Да, хорошо. Евгений, давай. Мне кажется, в этот раз мы с тобой должны выйти хотя бы на ничью. Ну, понимаешь, просто тут как бы сложно, да, сложно. Сложно? Хорошо. Я что-то понимаю, ну, лично мне так кажется. Вряд ли, конечно, я прав, но мне... Чё? Подожди, мне кажется... Ты чё так резко затих, как ты такой... Я просто сообразил такой, карту, знаете... Я помню, что вроде бы я вот тут делал вот такую штуку, дырочку. Где? Ну, я не помню, я вроде потом её заставил. Где? Или нет, ну где-то вот здесь. Или нет. Ну здесь я помню, что у меня было блока, его тут, собственно, и нету. Вот здесь насчет этого я вообще не помню. Не, вроде бы да, так и было. Хорошо. Я ничего тебе не буду говорить, я вообще тут просто наблюдатель. Я наблюдаю, я спектейтер, Жека, я спектейтер, понимаешь? Я понимаю, но ты говно. Сам ты говно. Ладно, хорошо, это ты говно. Мне кажется, бессмысленно мне сейчас долго тут бегать, потому что все равно не отгадаю, поэтому я сломаю вот тут. Нет. А где было? Где было? Тут. А, вот тут! Ну блин! Черт! Ладно, хорошо. Твоя взяла. Моя взяла, да, моя взяла. Хорошо. Я тебе предлагаю отправиться на мою карту. Ой, сейчас я прям спрячусь на твоей карте. Так, а можно гемот, да, надо лучше рублю. Время пошло, давай. Все, какой вы же. Охренеть! Так, хорошо. Там ничего сложного. Сколько здесь верстаков-то? Ты не запоминай, ты должен прятаться там. Ты не запоминай, ты просто место себе. А, блин, да, я же должен. Вот ты дурак! Вот я не бил. Так, ладно, все хорошо. Я через 10 секунд ты пешу, Жека. Ты давай там, как бы, давай. Да, можно давать. Мне кажется, я там сам настрою столько, то что я ни хрена не запомню. Хорошо, я включаю день, и я тпшусь. Засекай. Давай. Подожди, у меня таймер. Хорошо, я не смотрю, я тогда не смотрю. Да нет, уже пошло время. Да чё пошло, я как бы еще не смотрю. Давай, время пошло. Подожди, я сам тут такое настроил, то что я ни хрена не понимаю. Подожди. Давай, я в тебя верю. Я в тебя очень даже верю. Ты меня веришь. А, так, 3, 2, ага, потом, ага, потом, тут, да, потом, ага. Да, ой, а чё тебя не убивают? Ты поймал то, что я сам столько настроил, что я нихуя... Что ты там, что?
Да, можешь телепортироваться, не переживай. Да, я завис немного, понимаешь? Ни хрена не понимаю. Так, хорошо. Я могу, да, ты пешится. Да, да, уже можешь. Что же изменилось? Что же изменилось? В какой же блок я превратился? Ты точно что-то поставил? Нет, я забыл поставить. Блин, Эдисон, забыл поставить. Ну можешь кинуться, пожалуйста, я поставлю еще один блок. Не, хорошо. Да не, ну я реально забыл. Да, и потому что я реально вижу, ты тут ни хрена не понимаешь. Так, подожди. Да, вот тут ни хрена вообще не поменялось. Да паскуда ты! Ну блин, это слишком, это знаешь, это слишком просто было, потому что я как бы, ну, сделал свой любимый. Да, да, ну я сразу заметил, что это писюн. Если бы не писюн, я бы не заметил. Мог сюда поставить, видишь, вот сюда наверх. Твоя очередь прятаться на. На моей карте. Опять моя. Так, подожди, сейчас давай на моей. На моей. Давай на твоей, давай на твоей. Хорошо, в принципе, я могу, да, я могу уже улетать. Давай, раз, два, три, погнали. 30 секунд. Давай. Так. А что ты мне за карта рассказывай. Так, ну типа мини такой Хэллоуин, можно вот так сказать. Мини Хэллоуин. Хэллоуин? Да. Хэллоуин, это сложно. Так, хорошо. Ага, тут у нас есть, тут у нас тоже есть. Но, и я телепортируюсь через... Да и 5, 4, сложно, как сложно! 2, 1, и я тут. Хорошо. Так, хорошо, подожди. У нас тут 3, ага. А, нифига себе, вот тут тыковых так не мало, так я тебе скажу. Да, хорошо, здесь у нас дырочка, еще одна дырочка, еще. А ты почему так много делаешь мест, где прятаться? Почему у тебя по 10 мест реально в каждой карте? Тут все изи, запомнить. Давай, мне же не убивать. А я могу тебя убивать, да? Да, ты можешь убивать, да. Ты точно все запомнил, да? Да, ну нет, я нифига не запомнил, ну давай. Я могу тебе еще фору дать немного. Да давай. Хорошо, я, ну хорошо, так уж и быть, я тебя убиваю на счет раз, два, так, запомнил все, да, запомнил, хорошо, три. А тут я опять 4 блока еще. Так там изи! Хорошо, я спрячусь, не спрячусь, а поставлю самое такое простенькое место, чтобы ты запомнил. Хорошо, давай. Все, я поставил. Я знаю, куда я мог спрятать, чтобы ты просто никогда это не нашел, но я поставил такое местечко, где, в принципе, на самом деле все изи, да. А какие там блоки? А, то есть я должен был сейчас запоминать, как трава стоит, да? Я даже этого не запоминал. Хорошо, блоки, я примерно помню, как были блоки снизу. Вот я это хорошо запоминал. Хотя фиг его знает, может быть и нет. Но здесь нету, как и не было. Да. Тут тоже не было одного сундучка, тут его и нету. Здесь тоже не было. Хорошо. Вот траву я вообще не запоминал. Я не помню, как она тут стояла. Вообще не помню. Прекрасно. Да это вообще не прекрасно, я тебе скажу. Прекрасно, я могу сказать. Вообще не прекрасно. Я могу брать отсюда один блок, я могу железячку отсюда брать, точно не железячка, это точно не железный забор. Хорошо. Ну я не знаю, ну предположу, что вот это. Нет. А где? Тут тыковки не было. А-а-а. Прикольно. Как бы изи на самом деле. Слушай, Евгений, сейчас твоя очередь, давай, на твою карту иди прятаться. Блин, я в сундук забыл поставить блоки, ну ты, в принципе, тут поймешь. 25 секунд осталось. Давай. Хорошо. Ну я в принципе, карту свою, вот эту карту я помню, поэтому я думаю, я придумаю, куда спрятаться, наверное. А может быть и нет. Ну, у тебя 13 секунд, я не знаю, придумай, куда спрятаться. Ну я уже придумал, можешь репортироваться. А, все так быстро? Да. Хорошо, да, давай. Раз, два. Так, я все взял, да. Ага. Короче, тут Эдисон камень и рельсы. Ну и можешь еще железо, но пофигу, железо я не буду прятаться. Просто камень, все. А, просто камень. Ну да, наверное, просто камень. Камень и. Охренеть! Подожди! Ну, я тут не буду какие-то узоры на стену рисовать. Чё-то тут запоминай, не симметричности не запоминай. Я ни хрена не могу пока запомнить, честное слово. Ну ты давай. Камень у него, подожди, тут камень, ага, вот тут камень, потом ни хрена не помню, да, я его хорошо. Тут камень, ага. Ну, мне кажется, уже время подошло. Нет, не подошло, ничего не подошло. Я уверен, что мне просто насекало. Да нет, ну ничего не подошло. Я уверен, что 8... Так, подожди, 2 секунды, я поставлю блок. Что-то мне кажется, это как-то будет сложновато все. Так, хорошо, давай, я поставил блок. Я могу тпшиться, да? Давай.
Ёханый давай. Бабай. Я в тебя верю. Ёханый бабай. Ёханый бабай! Такс. Так. Что же тут изменилось? Что же? Ну, Эдисон, я тебе заранее скажу, что я бы не ставил вот так вот блог, знаешь, типа, что как будто мы... Ты как? Ты как? Как это делаешь? Да ты издевался надо мной, да? Нет, я на самом деле... Я думал, реально сложно. Я не знаю, мне извиниться то, что у меня память более-менее нормальная. Как ты это делаешь? Я не знаю, я запомнил, в этой комнате одного блока не хватает, в этой комнате тоже одного блока не хватает. А тут как бы все симметрично, перфекционист просто, понимаешь? И все, тут тоже одного блока не хватает. Вот тут... И все, тут лава. Как ты это делаешь? Как ты это делаешь? Это слишком как-то читерно. Я не понимаю, как ты это делаешь. Хорошо, я готов прятаться на твою карту. А, на мою карту. То есть, подожди, а ты сейчас... Нет, я сейчас буду прятаться. Ой, ты прячешься сейчас на моей карте. Я сейчас прячусь на твоей карте, да? Хорошо, да. Подожди. Таймер, подожди. Кирку. И па! Ну. А все, я уже могу погнать. Так, подожди. Давай. А я даже не помню, подожди, что подожди, о чем мне ставить можно? Ага. А что там за карта? А, это шахматы. Шахматы вроде, да. Вроде. Так. Там шахматы довольно-таки разные, я так скажу. Да, кстати, очень даже разные. Я запоминаю. Но мне как-то... Там кубок стоит. Мне как бы запоминать это не нужно, потому что ты меня искать будешь. Так, подожди. Вот именно так. Ну тут как бы у меня выбора не очень много, поэтому... Я телепортируюсь. Хорошо, давай, ты проходи. Хорошо. Да. В принципе, я бы сказал, что я запомнил. У меня тут каких-то супер нычек нету. Ну да, тут в принципе вообще мало где можно спрятаться, только на. Так, подожди, какие блоки? Ага, вот это хорошо, я возьму их все. А, так, в принципе, я могу тебя килять, да, я тебя киляю, тут. А, и сейчас. Мы делаем вот так. Все, я поставил блок на твою шахматную доску. Можешь искать. А там еще кубок можно было поменять. А, ну хорошо, но я выбрал всю шахматную доску, поэтому. Да. Хорошо. Мне кажется, все-таки ты не шахматную доску выбрал. Знаешь почему? Почему? Я помню. Не, я выбрал шахматную доску. Я тебе сразу даю подсказку, потому что это не кубок. Честно. Я врать не буду. Да, конечно. Подожди! Да? Ты реально выбрал шахматную доску? Почему я этого не замечаю? Почему? Да, подожди, а ты запомнил все вот эти заборчики, которые ты поставил? Ну, нет. Ну, проблемка. Я понимаю, у меня такая вот проблемка сейчас была. Я забыл, что ну как бы ты можешь же не только их увеличивать, ты можешь их добавлять. Ага. Да. Ну я понимаю, что ты что-то явно добавил, но я не. Ну мне кажется, здесь как-то много их. Много. Думаешь? Много. Я застрял, Эдисон. Я застрял. Хорошо. Эдисон, я не помню. Ну вот здесь. Либо я такой вот как-то криво поставил, что здесь. Как-то вот много здесь. Много? Жек, я не знаю, честно. Осторожней с выбором, Евгений! Осторожней! Ну то, что я уверен, что ты ее не увеличил. Вот прям вот... Хорошо. Уверен. Потому что здесь также было 3, здесь... Или нет? Да? Да, ты не увеличил. Возможно. Ты добавил что-то. Да. Мне кажется, куда бы ты мог поставить? Мне кажется, вот... Осторожней с выбором, осторожней! Нет, не надо поспешно. Осторожнее, Евгений, осторожнее. Не надо. Успокойся, все. Я хочу реакцию. Какая-то реакция, типа, давай, вот делай реакцию на то, как я ломаю блок. Хорошо. Ну давай. Реакция. Ну, реакция, давай. Реагируй. Не, я просто с покерфейсом сижу, такой, у меня реакция такая. А, у тебя такая реакция, я понял. Да, Эдисон, я не знаю, я понял. Нет! Нет. Нет, а где? Вот тут. Да ёкарный бабай! Ну почти, это было близко, это было близко. А, да, почти, хорошо. Подожди, кто сейчас где будет прятаться? Ты на моей карте, да?
Да, да, я на твоей карте. Хорошо. Ух, как запрячусь. Ой, как запрячусь. Ну давай, так, давай. Подводный мир, Атлантида. Ой. Атлантида, да. Да, мне тоже кажется, нормально. Пойдет. И погнали. Да, телепортируйся. Все? 14 секунд прошло. Ну хорошо. Хорошо. Раз, два, три. Я поехал. А, давай. Так, ты еще ничего не поставил, я должен все запомнить. Конечно, конечно. Да? Я не... Как я мог что-то поставить? Как я мог? Как это? Хорошо. Тут ничего нету, тут тоже. Так, подожди. Тут, в принципе, изи, тут тоже изи. Изи-пизи. Да, тут тоже все изи, тут тоже изи. Так, что я поставить? Ага, можно вот это. Так, ага, хорошо, я еще тут 20 секунд полетаю, посмотрю. Так, тут у нас 5 блоков, ага, тут у нас X, да, хорошо. Тут у нас, ага, тут у нас не хватает вот это. Вспомнил! Я что-то забыл про то, что... Давай. Так, все, я могу? Хорошо. Да. Хорошо. Я водичку забыл посмотреть! Как? Да? Так. Что-то не сказал. Это хорошо, что забылся. Это очень даже хорошо. Я не помню, что водичка была на самом деле. Жак, что делать? Это очень даже хорошо, что ты не помнишь. Так. Ага, ага. Я вот даже не сомневаюсь, что найдешь. Даже не сомневаюсь, потому что тут я спрятался. Ну хотя фиг его знает, просто не просто. Мне сложно судить сверху, понимаешь? Но мне кажется, ты найдешь. Мне кажется, ты справишься. Так. Подожди, подождите. Все, что я не помню, это водичка. Водичка я не помню. Водичка вроде, я не знаю, вроде ничего не изменил. Тут всегда был, да, тут 5 блоков, тут тоже 5 блоков. Тут я помню, была дырочка, но зачесался, подожди. Да, и вот тут тоже была дырочка. Я это помню. Тут у нас все, ага. А водичка как была? Водичка не помню. Тут у нас все было по перфекционизму. Тут, да, тут все нормально сочетается. Мои глаза. Мои глаза тоже сочетаются, с глаз кровь не идет. А тут у нас X был, тут у нас одного блока не хватало. Так, а что изменилось? У меня такой вопрос. Ты заметил, что когда начинает темнеть, эти блоки становятся более фиолетовые, кажется? Да? Ну, я не знаю, мне так показалось. А, нет, да мне... Или... Ну, что-то такое есть. Во, кстати, возможно! Маринки, это сильно самое... Охренеть, я даже этого не знал. Офигеть, я вообще сейчас офигел, думал, это я дальтоник. Они сейчас зеленые? Панч! Сейчас будет фиолетовый. Подожди, ребят, смотри. Опа, подожди. Опа. Пока что ничего, уже есть. Уже фиолетовые. Охрен его знает. Ну да, как-то больше, да. Ночью, днем они более такие серые. Да, хорошо, позаговаривал мне зубы, это, конечно, все прекрасно. Так. Они стали... Теперь вот сейчас красные, да, алмаз, смотри! Это что за баги? Вот сейчас реально не поменяю, сейчас они реально красные. Так, хорошо. Ладно. Опять цвет поменяли, смотри! Я вообще не понимаю, что происходит. Что с этими блоками не так? Ну я... Так, опять какие-то серые, желтые стали. Зеленые, смотри. Жека, я не представляю, честно. Я вроде все помню, что у меня было на этой карте, но сейчас ни хрена не могу вспомнить. Так, подожди. Я не знаю, вроде все так, как должно быть. Ну, это, я что, это я первый раз как бы спрятался нормально? Или нет? Да? Пожалуйста. Честно, я тебе скажу, я вижу один блок, который мне не нравится, прям не нравится. Какой? Но это я не помню, это просто мне он почему-то не нравится. Какой? Вот этот. Да, мне тоже не нравится. Плохой блок. Убей. Я честно не знаю, но вроде это похоже на то, что я поставил. Ну, похоже, да, похоже. Я согласен. Я совсем согласен, да. Мне кажется, потому что все остальное мне почему-то нравится. Я не понял. Хорошо, все, не буду тянуть. Вот этот. Нет! Вот здесь от тебя не было блок. Я думал, ты заметишь, но это как бы... Блин! Я реально думал, что это я. Почему-то этот мне прям не нравился с самого начала. Паскуда-то такая, видишь? Я хотел тоже сделать вначале как-то вот так, типа... Вот, но... Ну ладно, хорошо. Хорошо, так... Ура! Подожди, это все, да? Все, у нас карта закончилась. Да.
да. Ну, если честно, я маленько офигел. Я тебе реально говорю, что я эту фигню заметил вот прям в самом начале, когда только телепортировался. Но я был уверен, что... Она реально, то ли она красная, то она желтая, то она зеленая. Ребята, вы знали такой факт? Мне было страшно об этом сказать, потому что, блин, знаете, дальтоника, да. Ну, блин, оказывается, реально, это жутко. Я, честно, не знал. Ты знал это? Ты тоже не знал. Нет, я не знал. Ставьте лайкусики на два канала, если вы знали то, что блоки умеют менять цвет. А если не знали, тоже ставьте. А если не знали, то тоже ставьте. С ваш штраф тогда, если вы не знали. Да, штраф. И в принципе, даже если вы знали и не знали, ставьте огромный пальцы вверх на наши два видосика. Набираем много лайков, и мы обещаем то, что еще выйдет на новая серия с пятки. Да, а также, ребята, не забывайте подписываться на наши каналы, потому что у нас не только прятки, у нас вообще уникальный контент. Поэтому смотрите и ставьте лайки. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова.